Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы монтируем контейнерную площадку. Мы обшили торцы, наложили поликарбонат, собрали каркас, прихватили прогоны. Сейчас будем ставить, обшивать заднюю стенку, уголочки, профиль и все потихонечку. После сборки расскажу подробнее. Закончили монтаж контейнерной площадки. Габариты контейнерной площадки в глубину 1,5 метра, высота 2,40 и в длину 9 метров, 6 секций по 1,5 метра, включая отсек под крупногабаритный мусор. Изготовлена контейнерная площадка с профильной трубы оцинкованной 20 на 40, 20 на 20, столбы 40 на 40. Все покрыто полимерным порошковым окрасом светло-серого цвета. Серый профлист. Прозрачный поликарбонат 4 мм. Везде уголочки. Все красиво. 5 баков и секция КГМ. Закреплена площадка на асфальт. Вбита арматура и привалена. Сварка закрашена. Таким способом. Качественно, надежно, красиво. Задавайте вопросы. Не забываем заказывать металлоконструкции. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока!